Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте. Как меня слышно? Отлично, спасибо большое. Здравствуйте, доброе утро. Мы начинаем наш вебинар, посвященный потрясающей программе, которую для нас подготовила компания Oriflame. Только в это лето, да, впервые в истории в компании Oriflame такие предложения, потрясающие предложения. Что же для нас подготовила компания? Мы знаем, что экономическая, да, ситуация в стране оставляет желать лучшего, но только в компании Oriflame потрясающие возможности и потрясающие результаты. Что, да? Сумасшедшие скидки на ряд продуктов, да, что для нас подготовило. Сейчас мы с вами посмотрим. Для нас лето – это время, да, что для нас лето? Это время новых открытий, это лето – это новых возможностей. Для меня всегда лето – это запуск новых структур. Всегда это возможность классно анкетировать, возможно, классно приглашать людей. Мы более раскрепощенные, мы более открытые, и для нас компания подготовила ряд сюрпризов. Вот, отлично. Летний вау-микс. Что для нас подготовила компания? Давайте посмотрим дальше. Компания подготовила нам ряд преимуществ для лидеров, для покупателей, для постоянных клиентов, да, для кого тут еще подсказываете, да, мне? Да, и даже для продавцов. Это потрясающие возможности. И если рассмотреть, то люди, которые делали, да, люди-потребители, которые делали 100 баллов, получают дополнительные бонусы, дополнительные возможности, плюсом 5%. Сейчас мы с вами рассмотрим эти моменты. И, конечно же, для лидеров потрясающая возможность – это делать легче бонусы, да, делать легче достигнутые уровни, двигаться дальше по карьерной лестнице, выйти на новую ступень. И сегодняшнее лето – это, конечно же, круто, классно делать новые результаты. В нашей команде также растут новые менеджеры. Почему это происходит? Сегодня баллы бонуса, которые компания нам предлагает, да, это реально баллы бонуса прошлого лета, да, прошлых сезонов, тогда, когда экономическая ситуация в стране была реально стабильная. И сегодня компания предлагает еще дополнительные скидки, дополнительные возможности, да, сумасшедшие даже, я бы сказала, на ряд продуктов, популярных продуктов, цены ниже прошлогодних цен. Дальше, да, какие летние предложения в компании? Двигаемся дальше. Для продавцов. Для продавцов компания приготовила потрясающие сюрпризы, потрясающие возможности. Если например, раньше это была скидка 18%, то сегодня эта скидка уже 28%, потому что если человек делает заказ на 100 баллов, дополнительно бонусом, плюсом идет плюс 5%, и суммарно получается 23%. А если консультант, да, обычный продавец, или, например, человек, который пользуется очень классной продукцией, потому что 100 баллов – это и wellness направление, и уход за кожей, и уход за волосами, уход за телом, и реально накапливается уже 100-150 баллов. Если же накопление идет до 150 баллов, то прибавляется 10% и будет 20%. Суммарно это будет реально 28%. Отлично. И теперь, да, мы видим, что ваша скидка достигает максимального объема 28%. И такое реально впервые в компании Oriflame.
И сейчас я даю слово, да, человеку, который реально пользуется этими возможностями, да, на сегодняшний день, активно пользуется и ее структура тоже этими возможностями. И она поделится результатами своей работы, потому что на самом деле компания предлагает потрясающие возможности. И этот результат работы виден уже на примере. И пример я сейчас приглашаю на наш вебинар Эльвиру Любову, менеджер 15%. Она поделится своими секретами успеха и своими разработками, которые нам помогают в бизнесе. Доброе утро, меня зовут Эльвира Бекбова, я менеджер 15%. Тема нашего вебинара – это «Вау-лето». Для меня и для моей команды оно действительно «Вау-лето». Почему, сейчас вам расскажу. Компания каждую неделю выбирает 3 продукта по спеццене. На этой по спеццене, которых вы можете заказать в количестве 5 штук. На этой неделе это аромат Люси Starlight, вот вы видите на слайде, да, стоимостью 399 рублей, гель для душа Solar 59 рублей и лосьон для рук и тела Solar тоже 59 рублей. Не надо ждать заказов, надо мыслить как бизнесмен. Я всегда просчитываю выгоду и задаюсь себе вопросом, сколько я могу на этом заработать. Сейчас слайд там есть где по счету? Да. Вот, на слайде вы сейчас видите данный просчет. Аромат по дисконтной цене стоит 327 рублей. Прибыль с продаж с каждого аромата составляет 600 рублей. Итого за каждые 5 ароматов составляет 3000 рублей в неделю. В месяц это получается порядка 9000 рублей. Три недели получается порядка 9000 рублей. Также лосьон Solar, прибыль с продаж идет 200 рублей с каждого. 400 рублей получается в неделю. И также с гель для душа тоже получается на 600 рублей. Дополнительный доход в каталог получается 9-10 тысяч рублей. Мне этот доход очень нравится, а вам? Вы подумайте, как же это все продавать? А очень просто. У меня в организации есть консультант, который вообще не умеет продавать. Она купила себе 5 ароматов, и мы ей заказали дополнительный пробник. И она говорит, что же я буду с ним делать? Я ей объясняю, нужно подходить к своим знакомым, друзьям и к тем людям, которым показываете каталог, и наносить данный аромат. Что удивительно, она уже продала 4 аромата. Она довольна. И плюс в том, что мой консультант остался не только при деньгах, но и также узнает продукцию, что повышает ее товарооборот. И ну, если повышается ее товарооборот, повышается наш товарооборот. И плюсы только для всех. Я и моя команда акциями компании активно пользуются. Нам это нравится. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, моя информация была для вас полезной. Всего доброго. Спасибо огромное. Вы видите, какие потрясающие возможности готовит для вас компания. Сегодня вы познакомились с просчетами, которые Эльвира вам представила. На самом деле мы пользуемся этими возможностями. Мы просчитываем каждую неделю, потому что каждую неделю компания подготавливает для нас 3 продукта. До этого было одни продукты, сейчас это другие продукты. На следующей неделе будут обязательно следующие продукты. Просчитайте вот так для каждому, да, человеку своей структуры, будь то это будет покупатель или просто, да, реально покупатель или продавец. На самом деле вот эту историю, которую рассказала Эльвира, это был обычный покупатель, человек, который любит продукцию компании Oriflame, который пользуется продукцией компании Oriflame. И для нас он стал совершенно внезапно продавцом. Он сам того не подразумевая продал 5 лот и заработал дополнительные деньги. Если это происходит в лето, что же произойдет у нас осенью? Да?
Что же произойдет у нас осенью? Осенью будет, безусловно, взрыв товарооборота. Сейчас лето, это акция, которую сегодня вы услышали, да, узнали. Эта акция длится включительно до 12-го каталога. Что она предлагает? Конечно же, увеличение баллов бонуса. Те баллы, которые вы сегодня видите в каталогах компании, они все увеличены. И компания для нас просчитала, да, по плану успеха, вы видели, по плану успеха, да, просчитано, да, то, что 150 баллов, вы помните, да, эту картинку, 150 баллов, это потенциальные выгоды 3026 рублей. Мы очень активно пользуемся этим планом успеха, на каждой презентации рассказываем о возможности компании, и на сегодняшний день компания сама просчитала и сказала то, что 150 баллов для вас это уже 3875 рублей. Если это 250 баллов, то это, если раньше это было 5000 рублей, то сегодня это уже дополнительная выгода 5912 рублей. Если это было 350 баллов, да, это потенциальная выгода была 6200, то на сегодняшний день потенциальная выгода составляет 7500 рублей. Это на самом деле круто. Если это 450 баллов, то потенциальная выгода составляет, это потенциальная выгода, это суммарно скидка, суммарно по премьер-клубу доход, и вау-лето, конечно же, безусловно. И вот Эльвира тоже делала заказ на 450 баллов, да? На 600, да. Давайте она поделится информацией. Мы реально взяли прайс-лист, и мы увидели, какая сумма к оплате. И я вот предоставляю сейчас слово. У меня было по прошлому каталогу 600 баллов, и скидка по вау-лет составила 2600. Вот, 2600. И получается сумма к оплате у нас повышена. И сделав заказ в этом каталоге на 480 баллов, у меня к оплате 480 баллов, к оплате было 6020 рублей. Это потрясающе. Я размещала заказ на 3000 рублей, на 3000 рублей у меня прошла 50% скидка, и плюс скидка вау-лето и сумма к оплате составила 1000 рублей. Когда мы показываем эти накладные, когда рассказываем о том, что на сегодняшнее лето предлагает компания, это действительно поражает всех. Почему? Потому что на сегодняшний день на рынке, в магазине, то, что мы видим, все значительно выше. И что предлагает компания, это реально бомба. Вы сейчас можете сделать увеличение товарооборота, приглашение новых людей и найти можно реально лидеров, тех людей, которые сегодня ищут дополнительный доход. А таких очень-очень много. Как я вам говорила, да, в каталоге одна сумма баллов, а на самом деле это другая. Если в каталоге 7 баллов бонуса, да, то на сегодняшний день это 8 баллов. Да, компания дает. Если в каталоге 15, особенно видно, да, эти баллы бонуса на более дорогой продукции. Например, это, если это 15, да, реально в каталоге баллов бонусов, это, например, по уходу за волосами, если средства взять, то на сегодняшний день эти баллы бонусов составляют 17. Если, например, взять wellness pack, он был 40 баллов, на сегодняшний день это 45 баллов. Это потрясающие возможности, которые сейчас готовит компания. И если мы будем их рассказывать каждый день каждому человеку, который приходит к нам, то реально возможности увеличатся, и наш бизнес будет расти, что, собственно, мы и хотели. И Oriflame на самом деле, это для Oriflame ваши мечты – это руководство к действию. Мы живем в материальном мире, и на самом деле для исполнения многих наших мечт, да, нужны дополнительные средства. И как раз благодаря этим просчетам вы реально откроете другой мир для ваших потребителей, для ваших консультантов, и вы покажете, конечно же, дополнительные предложения, дополнительные возможности. То есть мы резюмируем, да, мы понимаем то, что для лидеров офигенные результаты, для лидеров очень классные возможности удержать лето тот результат, который, например, у него был, даже расти дальше. У нас есть лидеры, которые показывают рост своей структуры,
Это, еще раз напоминаю, что это до 12-го каталога, и это очень-очень важно, да, важно понимать. И для лидеров, да, это классная работа, чтобы расти. А для продавцов сейчас люди реально примеряют эти выгоды, и раздавая каталоги, вот у меня в структуре есть человек, который, чисто раздавая каталоги, собрал заказ, и, соответственно, он увидел свою потенциальную выгоду. Обязательно делайте, будете расти и будете достигать новых уровней, да. Баллы начисляются в конце каталога, и воспользоваться этими скидками вы можете уже по итогу следующего каталога. Да? Мы это увидели уже на примере первых заказов текущего каталога. Такого не было никогда. И лидерам уже стало легче делать 12, 15, 18, а также и 22%. Но вы помните, да, что для обычных покупателей, да, которые на сегодняшний день они уже примеряют себе роль продавца, они еще накапливают быстрее лояльность. Да, лояльность накапливается гораздо быстрее, они пользуются уже лояльностью и выбирают. Продукты в лояльности на сегодняшний день стали потрясающими. 100 баллов, 200 баллов, 300 баллов, они, конечно, очень поражают, потому что и наборы компания предоставляет. Компания предоставляет и отдельные продукты, которые каждый человек пользуется, да, для себя. И, конечно же, разговаривая со своим ключевым партнером, разговаривая со своими друзьями, да, со своими клиентами, я всегда говорю о том, что да, конечно, 100 баллов классно, 150, но я всегда говорю о 200 баллах. Почему? Потому что если уже, да, мои друзья, мои клиенты размещают заказ на 200 баллов, то это суммарная дополнительная выгода, я уже посчитала, составила 31%. Из чего же это складывается? Это складывается из того, что 18% – это то, что дает компания, и давала компания, 10% – это добавочное к вау-лето, и 3% – это то, что дает компания по маркетинг-плану. То есть уже мой клиент вышел на дополнительный доход, вышел на первую ступеньку лестницы успеха, да, где такое еще было видано. Вот что предлагает компания и что для нас остается делать. Для нас, нам нужно, конечно же, рассказывать о том, что предоставляет компания. Будет следующий каталог, будут новые возможности, будут 100 продуктов по 10 рублей. Да, это вообще нереально, невозможно было познакомиться, узнать, потому что раньше, да, такого даже не было, что сейчас происходит. Это нужно четко понимать, четко знать и рассказывать каждому. И мы видим, да, на слайде, что и для разных категорий людей, для лидеров, для продавцов, для клиентов подготавливаются множество предложений. И немедленная прибыль увеличивается, и подарки увеличиваются. И сегодня у нас новая акция, по которой мы можем приглашать друзей, накапливать спонсорские баллы. Обязательно воспользуйтесь этой программой и двигайтесь по лестнице успеха. Такие летние предложения для вас подготовила компания «Oriflame». Я желаю вам удачи, я желаю вам огромного карьерного роста. Я знаю точно, что результат у нас будет, потому что у нас потрясающие проекты. И для нас всегда очень важно быть вместе с клиентами, и компания это четко понимает и для нас готовит сюрпризы. Пользуйтесь этими сюрпризами. И мы с вами прощаемся, мы желаем вам успеха. Всего доброго, до свидания, успехов, высоких вам продаж. Спасибо. Всего доброго.